Очередной случай гибели человека на железной дороге произошел в Одинцовском округе 17 февраля. В 17 часов 46 минут рядом со станцией «Отрадная» бригада электропоезда заметила мужчину, который пытался забраться на платформу. Машинист немедленно начал торможение и подал звуковой сигнал, но из-за высокой скорости состава и небольшого расстояния предотвратить наезд не удалось. Пешеход погиб. В Одинцовском округе это уже четвертый случай гибели на железнодорожном транспорте с начала года.